Здорово ночевали мои друзья, братья-казаки. Хочу записать большое видео по поводу моих современных мыслей на все, что происходит у нас. Возрождение казачества. Ну, сказать особо-то и нечего. Тут без слов все ясно. Возрождения никакого не будет, пока мы не поведем каждый своего ребенка у храм. А не каждый из наших детей хочет туда идти. Вот. Сколько бы мы из себя не строили казаков, без храма у нас ничего не получится, братцы. Любому человеку, который стремится к чему-то, нужно в чем-то, наверное, себя обламывать. Как святые отцы говорят, надо жертвовать чем-то для Бога. Той же молитвой, обыкновенной простой молитвой. Утреннее, вечернее правило. Ее читаешь и жертвуешь своим временем, которое по твоим грешным мыслям, кажется, можно потратить на что-то другое. Много раскрасивых, расписных заходит в храм. Соберутся, погутарят, пообсуждают, кому-нибудь кости перемоют. Ну и, в принципе, на этом все и заканчивается. Постоянства в посещении храма нет. Слабенько как-то возрождаемся. Очень. Я не в осуждении никому. Я и сам чем-то ленюсь. Но как-то я постепенно начинаю во всех этих идеях разочаровываться. Вот. Да, есть у меня там, в тех временах, пращуры, да, казачьего рода, племени. А нам до них, ой, как далеко, ребята. И вряд ли мы до них достанем. Ладно. Это так, мысли вечером вслух. Надо пытаться жить как-то вместе со своими товарищами по вере, по убеждениям, стараться никуда не улазить, ни в какие смутные предприятия, ни единый совет нечестивых, как говорят. Вот. Было 100 лет недавно начало геноцида казаков. Звали меня тут наши местные ребята в храм. Я не пошел. Я встал дома в уголок, зажег свечу. Я вспомнил тех, о ком толком-то и не помню. Потому что практически никаких свидетельств, ничего не осталось. Горькая участь у них была. Какая наша участь, тоже неизвестно. Вот.
Ну, не унываем. Уныние тоже большой грех. Так что идем дальше. Стараемся малыми-малыми шагами. Но вот этого залихватства, патрулирования, дежурства на каких-нибудь велосипедных маршах, не, надо забывать вообще про это, про все. Наше возрождение должно быть внутри дома, в семье. Семья не хочет, ну так сам пример покажи. Я так думаю. Бывайте, ребята. Ангелы-хранители вам всем. Вот. А времена нынче тяжелые. Это точно. Держитесь там. Денег нет, но вы держитесь. Ох. Бывайте, братцы. Люблю вас всех, крепко обнимаю. Свидимся.